Всем привет, с вами Монти, и сегодня мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби». Давай посмотрим, что у нас тут с нашими росточками, с нашими растениями. У нас есть грейпбастер и картофельная минка, которую мы использовали очень часто, если вы смотрели прохождение. Мы ее очень часто использовали. Так. Это продать, это переставить. Так, еще раз польем вас. Это удобрить, это побрызгать, это полить. В общем, вот так вот. В общем, здесь можно выйти в главное меню, в магазин. Вот, тебя уже удобрять надо. О, сразу 100 монет мне дал. Молодец. Молодец, Грейпбастер. Скоро вы нам еще и алмазики дадите. Так, удобрение нам нужно тоже парочку купить тоже. Мои товары безумны. Вот такой вот Crazy Dave. Вот почему его назвали Crazy Dave. Ну что? Главное меню. Так, ну что? Вчера мы с тобой бились вот с этим вот доктором Зомбоссом. Слушайте, ребят, вот уровень 5-9, он был сложнее, чем уровень с боссом, реально. Не находите? Вот я также вот такое достижение получил. Вот, и тут у нас еще много. Вот столько вот у нас тут. Аж на целых... Ой-ой-ой. Вот столько вот. Аж на целых... Кош на целых достижений у нас. Минуту уже. Ну ладно. Сегодня мы будем проходить выживание для начала. Так, где это? Quick Play, да? Вот это вот. Давай сюда. Так, дай сюда. Вот так вот, короче. Можно пройти, короче, финальный уровень. Спасибо. Вот. Помните, мы его проходили? Так, орешек. Думаю, пока не буду ставить орешек. Я поставлю... Вот такого вот паренька. Давай мы даже вот так сделаем. Так, надежки на эту найду у нас. Здесь три ряда вот таких, здесь ряд пеньков. Здесь ряд орешков, здесь ряд пеньков, и здесь три ряда таких вот тройных. Ой, монетка. Монетки нам сейчас очень, очень нужны, монетки сейчас нам. Вот, так что...
если это тачка, то да, вот здесь ключи пар. Нет, здесь пока нам дают перчики, кабачки дают. Золотая монетка, это прикольно. Я люблю золотую монетку. О, сколько уже летит. Вылетит уже. Так, о, кто тут к нам пришел? Кто к нам тут пришел? Вот, давай, вот сразу три снаряда в тебя летит. И вот так вот еще. И вот так вот еще. Теперь в этого зомби сюда. Так, пошли вы все нафиг. Так. О, блин, мне срочно нужен. Кто мне тут сейчас нужен очень? Мне сейчас очень нужен. Что мне нужно-то? Кувшинки, вот. Мне нужны кувшинки. Вот, тачка поехала. Блин, по верхней, ё-моё. Блин, он пошел по верхней. Ну, ё-моё. Получилось. Так, а вот и Долфин. Помните? Помните этого? Помните его? Опа, так, вы что здесь делаете? Что вы здесь делаете, спрашивается. Блин, я не то поставил. Капец. Но зато здесь очень много монет падает. Вот в чем плюс вот этих вот всех режимов, тут очень много монет падает, реально. Ну вот золотая, например, выпала. Ну это ж прикольно. Так, вот сейчас вот здесь вот, да? А, его даже завалили, понятно. Вот, постреляли. Лист кувшинки. Так, где ты поедешь? Так. Друзья, все равно три ряда, в принципе, собирался ставить. Но тут реально очень много монет дают. Очень много. Ну, вот так тебе. Так, мне срочно нужен. А, блин, туплю. Вот еще монетка. Здесь очень много монет падает. Вот еще монетка выпала. Вот еще выпала. Здесь очень много всего дают. И вот монетка. Ну круто. Круто. Офигеть. Ай. А кстати, куда он исчез? А? Кто-нибудь знает? Эти ныряльщики, они даже дойти не успевают. Так, так. Идите нафиг. Никто вас сюда не звал. Понимай то. Понимай то. Никто-то вас сюда-то не звало. Понимай-то? Никто вас сюда не звал. Понимай-то? Капец. Здесь фаерболы плюс еще вот такие вот, короче, штуковины. Будут палить бонусно. И можно даже вот так сделать. А, блин, чуть-чуть льда здесь все-таки есть. Чуть-чуть льда все-таки есть. Ого, дельфинов.
Ёбаный, вы чё в таком количестве-то идёте? У меня планшет такого количества зомби не выдерживает, лагает. Ну и вот ещё монеты. Здесь очень много можно нафармить монет, понимаете? Очень много. Вот здесь можно опять с этим дебилом сразиться. Но сегодня мы будем проходить выживание. У нас открылось выживание. И давай смотреть, что у нас на первых. Так, можно взять... так, Мэри Голд можно взять, да. Арбузенцы! Да не надо арбузенцы, думаю, поставим. Вот такого возьмем. Так вот. Вот так вот. Да хотя... Зачем нам такие жесткие орудия? Возьмем орешек. Господи. Возьмем вот такой вот орешечек. Пулемет. Да ладно, давайте. Возьмем. Блин. Вот так. А как я это сделал? Ладно. Ладно, ладно. Понял. Понял, я дурак. Понял. Ладно. Что еще взять? Что взять еще? Бомбу возьмем. Возьмем бомбу. Сможете выжить 5 флагов? Блин, это уже переиграть надо. Вот. Рестарт. Меня уже переиграть надо. Так, подсолнух этот. Двойной подсолнух. Повторитель. Горохомет. Мэри Голд. Торчвуд. Черри Бомб. Кого я там еще брал? Еще волна-то. Орех. Сможете выжить 5 волн? А я-то откуда знаю? Я прямо вот сейчас сижу и просто вспоминаю, как я играл Шаденьем. Самую первую серию я вспоминаю. Так, товарищ зомби, что вы так идёте-то? Кого? Куда вас сюда? Вот сюда вас надо. Сейчас вас по-бырому убьют. Вот уже я косячну. В общем, что мы тут берем? На первых полных берем вот так вот. Вот так можно взять. Давайте кактус возьмем, не знаю. Минку можно взять. Не знаю, Мэри Голд возьмем. Волнат. Что еще взять? Черепомп возьмем. Орешек. А, нет, орешек у нас есть уже.
Череп бомб, может, кабачок возьмем. Да, вот так вот. Вот, думаю, как это вот так вот мы сможем выжить. Survival day. Одно солнце, что солнце одно, давайте быстро одно солнце. Сейчас будет на берегу, вот так вот, стреляет. Нормально? Нормально. Так, так, давай, достреляй ты его уже. Так, 75. Не знаю, смогу ли я накопить еще. Вот, еще сажаем. Как тут стреляет. Все нормально. Так, собираем солнечную энергию на еще одного кактуса. И вот сейчас зомби пойдут именно вот здесь вот. Я это чую. Следующие зомби пойдут здесь вот. По этим дорожкам. Я угадал. Ну, один пошел по этим. Ну, сюда я уже кактус успел поставить. Так, значит, здесь два ряда пулеметчиков. Значит, здесь орех. Вот так вот сделаем пока что. Два ряда кактуса я ставить не хочу. Все, можно уже ставить вот так вот. Опа, смотрите. Что это? Какой-то колоточек нам дали. Ну, я знаю, что это за колоточек. Вот еще монетка. В общем, ряд подсолнухов. Двойных, конечно же. Опа, куда пошел? Так, еще один нарегулд. Так, солнышки. Не пропускаем солнышки. Если он его съест, то мы можем вылечить орех. Так сказать. О, вот монетку дал. Этот серебряный. И давайте поставим бомбу. Не знаю. Приближаются, идут еще зомби. Как-то еще идут еще зомби. Подождите-ка. А, это вот так вот. Можно газон смотреть. Так.
Это нам уже не понадобится. Это тоже нам не понадобится. Берем вот это и вот это. Где нам убрать еще можно? Я не знаю. Ну, вот так вот можно сделать. И вот так. А, кстати, у меня аж вот это вот все. Вообще ерунда сохраняется. Это прикольно. Зомбис. Не помню звук. Вот так вот кактус и два ряда таких. О, все. Вот такой вот у нас тут военный стоит. Пулеметчик. Стреляет прямо такой по 4 горошины сразу. По 4 горошины сразу выпускает. Прямо не пропустит ни одного зомби. Прям вообще крутой пацан, крутой. Так, ну-ка, сейчас вот всех побьем колотушечкой немножечко. Вот сюда нам еще надо пулеметчика шпандорить. О, золотая монетка. За все выживание мы накопим очень много монет. Вот еще золотые монеты. Падают просто. Какие грызуны. Там еще одни идут. Кстати, может быть, еще одного пулеметчика поставим. Да, давайте так и сделаем. Еще одного пулеметчика поставим. Здесь всего одна волна. Да вы что, издеваетесь, что ли? Это же неудобно. Одна волна — это неудобно. Мало всего поставить можно. Ну, то есть ты не успеешь поставить прямо вот дофига всего. Ты поставишь там всего чуть-чуть. Чуточку всего поставишь. О, кто бежит. Вот тут кто бежит. Да на тебе. Короче, вот этот ряд, он, конечно, просто... просто жесткий. Жесткий. Значит, здесь еще одно вот так. Так, зомби идут еще. А, блин, не успел. Так, здесь диско, здесь зомби-тусовщик. Ну что нам тут можно заменить? В принципе, тут нам заменять ничего не надо. Даже знаете. Смотрите, газон. Так, двойные подсолнухи нам нужны. Вот мину можно было бы убрать. Так, Мэриголд один у нас еще. Так. Мэриголда у нас еще одного нету. Кактусы. Ряд завершен. Ну, в принципе. Можно вот. Можно мину убрать. А, поставить, например. Блин, сложно, сложно. Доставить орешек, думаю. И два, один, да. Все, Мэриголд можно уже не брать на следующие уровни. Вот сюда, вот так вот. Это вот зомби с ветром не повезло, потому что здесь
и шипы кактуса, здесь и двойной, здесь и военный. В скобочках. Так, серебряные мои. Любые, давайте. Давайте сюда любые, не важно какие. Вот так вот еще. А ты еще не знаю, справится ли наш Грехоспел с кактусом. Вот тебя надо затоптать. Куда пошли? Да куда собрались, собственно? Иди вообще нафиг. Так, ну от этого сразу же ничего не остается. О, наш экспонтовый там тусовщик. Тусуется там себе спокойно. Куда пошел? Куда ты пошел? За колбасой, что ли? Я тут на колбасу. Солнышки улучшать тоже не забываем. Зомби еще, зомби тут еще. Так, здесь газетчик. Ну, здесь... Ну вы это хотите, что ли? Вы хотите, я уж что ли вот так сделал? О, сразу два улучшенных подсолнуха дали мне солнышки. Ух ты, как тут все весело. Вот так вот. Все. Тут, короче, просто газетчики. Газетчики просто... Не знаю, газетчики просто не понимают, что происходит. И... Вот, все, этот ряд, это просто жесть. Вот тут никто не пройдет. Вот так что ли? Вообще, тусовщик беспонтовый. Беспонтовый. Ну, вызывает он там своих приспешников. Ну, что эти приспешники могут? Они ничего не могут. Они могут лишь танцевать и все. Они могут только танцевать. Ну-ка, вот так вот. Тебя маслицем сейчас. Сейчас еще одного военного. Еще маслицем тебя.
Ой-ой-ой-ой-ой, кто у нас тут пошел? Кто же это? Футболист! Что он сделал? Ничего! Он лишь надкусил орех и сразу же упал. Так. Теперь давайте смотреть. Катапульты нам еще понадобятся. А вот этих можно убрать. Мы их уже закончили. Теперь еще взять можно. Я не знаю, что еще взять можно. Рыковку, что ли? Давайте возьмем любое растение. И вот на ромашку попал. Ну, обязательно нужно было мне попасть на ромашку именно. Так. Вот, смотрите, уже 10 тысяч накопили. Здесь очень хорошо, можно фармить монетки. Если взять Мэриголд, если... Вот, посмотрите, какая тут армия растений. Давайте так сделаем. Полечим нашего... Стена нашего орешка. Вот так вот еще одного военного поставим. Ух ты, тут двери гремят вообще, подичи. Тут вообще двери гремят. Так, собираем всю солнечную энергию. Так, ух ты, сколько монет тут падает. Капец просто. Так, орешек можно уже не брать. Да, орешек можно уже не брать. Так. Значит, делаем вот так. Давайте, что ли, кактусы заменим на вот таких вот пареньков. Они, эти футболисты, что могут? Они лишь только надкусить орех могут. И все. Так. Кубок? То есть как это кубок? Все. А, все? А мы победили? Мы победили. Я даже и не заметил, что это выживание так быстро закончилось. Ладно, забираем наш бриллиантик. В общем, мы прошли выживание день. Дальше у нас выживание ночь открывается. Survival, quick play, puzzles. Так, садзен. Чуваки, чуваки, нет. Нет. Ну, давайте посмотрим, дошли ли мы до космоса. Или нет, мы не дошли до космоса. Ну почему? До высоты, блин, самолетов уже. Это сколько нам еще до космоса? Так, что-то музыка опять исчезла. Вот.
Давайте зайдем в магазин, посмотрим что-нибудь. Можно в выживании вот это что купить, да? Давайте купим 3 штучки. Что тут можно еще? У меня есть 9000. Так. Может, растение какое-нибудь купить? У Дэйва. Давайте растение купим. Что это? Что-то я не знаю. Что еще можно купить? Так, это купил я. Это я все купил. Главное меню. Так, давайте сюда вот так. Посмотрим, какое растение у нас вот тут будет. Я постараюсь сделать много разных растений. То есть, чтобы вот весь вот этот вот мой сад дзен, он был заполнен разными растениями. А повторяющиеся растения я просто... Я их тоже буду поливать, удобрять. И когда они уже дадут мне... Эх, есть у меня такой. Ну ничего, подрастет, я его могу продать. Ну ладно, в общем, на этом уже все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте и всем пока.